Владимир Путин сегодня отправился в Таджикистан на саммит ОДКБ. По дороге в Душанбе президент сделал остановку в Ингушетии. С местным руководством провел совещание по вопросам укрепления экономики и социальной сферы. Как отметил глава государства, в республике неплохие показатели в разных отраслях. Развивается аграрный сектор, промышленность, растет оборот розничной торговли. Но вместе с этим регион остается дотационным. Наблюдается высокий уровень безработицы, который в разы превышает средний по стране. Очевидно, что ключ к решению многих проблем – это более полное задействование промышленного и аграрного потенциала республики. Я не раз отмечал, сегодняшняя ситуация открывает новые возможности для роста производства, для освоения внутреннего рынка. Это в полной мере относится к тем отраслям, которые традиционно развиты в регионе. Имею в виду, прежде всего, конечно, аграрный сектор, предприятия легкой, пищевой промышленности, переработка. Для их устойчивой работы и развития, для увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, нужно, безусловно, активнее искать дополнительные инвестиции. Еще одна проблема, которую предстоит решать в ближайшее время – укрепление системы здравоохранения. В республике острый дефицит врачей и медперсонала и самая высокая по стране детская смертность. К 2016 году у нас ранее должен быть построен современный перинатальный центр.